Мне не нравится, что они ходят за нами следом. Я говорила тебе, это люди, которые хотят, чтобы мы были в безопасности. И не жалуйся. Вчера Лукас был около тебя, но даже не тронул тебя. Хорошо. Но я бы хотела вернуться в комнату и отдохнуть. Хорошо, как скажешь. А мы должны спать с охранниками? Я видела, как Дженнет заигрывала с ними, и мне кажется, они бы не отказались от секса. Ну, твой выбор, заниматься с ними сексом или нет, но я буду делать это только за деньги. Вообще-то я хотела бы отдохнуть.